Друзья, короткий ролик о увеличении спроса на биогумус. Вермикомпост, когда мы разводили червей в городе Ханты-Мансийск, это Западная Сибирь, когда мы уезжали, мы переехали в город Белгород, на данный момент в городе Белгород находимся, мы волновались за то, что здесь хорошие черноземы в Белгороде, и у нас спрос уменьшится. Спрос системно увеличивается. Хотя в Хантах там не было, кроме нас, ни у кого купить, но за счет короткого лета все-таки спрос был, ну, узкий во времени. А здесь получается лето более долгое. И вот сейчас, да, даже вот на данный момент, перейди сюда, даже на данный момент мы за зиму все, что мы с осени наготовили, продали. А просто что мы зимой работали, накапливался биогумус после червяков. То есть как все происходит? Сначала червяки едят навоз, потом мы... Посмотрите видеоролик АТ-222. Сначала они, червяки, едят навоз, они до верха доели, мы снизу выбираем готовый биогумус, все проседает. Этот биогумус сваливаем на кучи, чтобы он минерализовался. Такая же история идет с минерализацией, гумификацией. Такая же история идет либо с ведрами, либо с ящиками, неважно. Сбрасываем все на кучи. У нас на данный момент вообще много расписано биогумуса, потому что он был замерзший, зима. Ну, видите, что еще не лето. Как минимум, да? Все мы одетые, хоть и бритоголовые. Куча примерно кубов на 20. Вторая кучка на 2-3 куба. Третья кучка кубов на 5. То есть мы все разделяем по кучкам для того, чтобы каждая отлежалась собственное время. 4 подрезных ящика полных. Вот один я уже выгребаю. Мы просеиваем. Мы просеиваем, получаем комочки. То есть получаем биогумус шикарный на продажу. У нас заказали из города Курск биогумус. Комочки назад, опять назад в производство. То есть, ну, посмотрите отдельные ролики с комочками. То есть все, процесс червеводства безотходный. Ну, классно, классно. Даже вот здесь, в Белгороде, где 80-90% чего, то есть глубина чернозема, вы смотрели наш ролик, когда мы устанавливали теплицу, у нас там бензобуры мы бурили, 80 сантиметров черного, как нефть, земля вообще шикарная, пришикарная. Но спрос на биогумус хороший, видимо, люди долго эксплуатировали эту землю. И многие говорят о том, что земля плотная, ну и малоплодородная. И наш биогумус здесь достаточно хорошо котируется. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас в вашем регионе продается. И самый главный вопрос, поднимается ли у вас спрос? У нас спрос вообще растет лавинообразно. То есть навоз дешевый, но никакие дачники не хотят с ним работать. Он воняет, вот это все дела. А мы, получается, за 6 тысяч покупаем навоз и биогумус. 6 тысяч за КамАЗ, 16 кубов. Получается примерно 10 кубов биогумуса. Биогумус стоит на порядке дороже. То есть если там 6 тысяч за КамАЗ купил, биогумуса получил 10 кубов, пересчитайте, сколько биогумус стоит в вашем регионе. 10 кубов — это 10 тысяч литров. Даже если по 10 рублей, это уже 100 тысяч. 6 тысяч вложил, 100 тысяч получил. Ну, конечно, там не все так безоблачно. Есть свои там моменты, ну, вы смотрели наши ролики Ткаченко, вы знаете, насколько легко и просто работать. С навозом работать проще всего. Что такое навоз? Навоз — это органика, пережеванная зубами животного. То есть она измельченная до мелких-мелких частиц, прошла через пищеварительный тракт, либо там лошадей, коров. То есть она прошла уже частичную ферментацию. Это гораздо лучше, чем траву скармливать. Ну, в чистом виде. Поэтому обратите внимание на червеводство. Если вы еще не начали червеводство, то самое время начать. А с вами был Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко. Мы владельцы предприятия по утилизации органических отходов. Мы учились на червеводстве, учились крупных промышленников. И показываем вам, как это все делать с легкостью в домашних условиях. Просто все просеяли. Взяли обычный мешкодержатель Ткаченко. Напаковали в мешки, мы уже видели, много раз вам показываем, как мы пакуем, буквально там 3 секунды и полные карманы денег, и ходишь вот так вот, потому что вываливается, ну понятно, утрирую слегка, но давайте, здоровье, счастье, наша судьба, подписывайтесь на наш канал, информация у нас бесценная, подписка бесплатная, до свидания. Друзья, отвлечем вас на минуточку от основной серии. Понятно, что вам это очень интересно, но маленькое рекламное включение. Мы проживаем в городе Белгород и предлагаем вам приобрести нашу продукцию в виде биогумуса, червей,
всех наших орудий, вермикомпостеров и всего на свете. То есть посмотрите видеоролик АТ-220 презентации продукции семьи Ткаченко. Сейчас я хочу предложить вам конкретно поговорить о нашем биогумусе, то есть посмотреть, что такое биогумус, если вы не знаете. ТТ-42 биогумус от семьи Ткаченко. То есть что такое биогумус? Это органика, переработанная дождевыми червями. На ней прекрасно все растет. Ну, там я все это объяснил. Упаковка у нас абсолютно разная. То есть как хотите, так и упакуем. Можем упаковать по 2 литра полиэтиленовые пакеты. По 5 литров полиэтиленовые пакеты. Есть по 20 литров, да? Там, где вы будете смотреть, ТТ-42 биогумус от семьи Ткаченко. 20-литровые пакеты у нас запакованы. А местные, все, кто у нас покупает, местные частники, либо фермеры, чаще всего дают предпочтение пропиленовым мешкам. В него можно и 40, и 60 литров положить. То есть, как следствие, может быть обычный пропиленовый мешок. И чаще всего мы отправляем с полиэтиленовым вкладышем. Полиэтиленовый вкладыш лучше, он с одной стороны и дышит, и с другой стороны не дает быстро пересохнуть вермикомпосту. Весь наш вермикомпост полностью зрелый. Это очень важная тема. То есть если, соответственно, у вас будет реализовываться у вас через магазин, то здесь сделаем этикеточку ИП Ткаченко Андрей Сергеевич, там логотип, все как положено. Если он будет у вас лежать в магазине, он зрелый, в нем нет никого, нет букашек, нет таракашек, то есть здесь не будет ползать даже обычные черви. В ролике ТТ-42 вы увидите, что я заведующий в магазине, и когда люди видят даже красного червя, проползающего под пленкой, они брезгливо, большая часть людей брезгливо к этому относится, и следите за этой темой, чтобы в вашей продукции никогда никто не ползал. Даже если это будет червь, большая часть покупатели от него откажутся. У нас вермикомпост из двух разновидностей сырья. То есть один идет из навоза, в нем возможно небольшое присутствие сорняков, там единичные. То есть если вы садите рассаду, то может несколько штук прорастет. И есть вермикомпост экстра класса, в котором нет сорняков вообще. То есть отлично растут растения. То есть посмотрите тот же видеоролик «Биогумус под корень». Мы проверили наш вермикомпост в агрохимлаборатории на соответствие ГОСТу. То есть полностью он соответствует, когда мокрая печать. Все лаборанты проверили по очень большому количеству проверочных данных. Также вы, если смотрите наши видеоролики, которые начинаются с НИ, НИ это Николай Ирина, Николай Ирина там НИ1, НИ2, то есть посмотрите, как мы используем вермикомпост, как прекрасно все растет в Белгородской области с добавлением вермикомпоста. Если захотите приобрести продукцию Николая Ирины, в описании к ролику есть как их электронная почта, так номер телефона с WhatsApp. И также у нас в Украине есть представительство нашей от семьи Ткаченко, то есть в описании к ролику, если захотите купить биогумус в Украине, пожалуйста, обращайтесь. Мы работаем в России, то есть есть представительство также и на Украине. Надеюсь, не ненадолго вас отвлек. Возвращаемся к основной теме ролика. Приятного просмотра.